Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель кладбища. Начнем с заданий. Так, персонажи, смотрим. Что нам нужно с тобой сделать? Маркиз Теодора младший. Так, построить еще одну палатку и взять глаз ведьмака. Но это уже будет самым последним, да, у нас? Мастер Аларих. Приносить ему кровь. Так, повару построить кухню. Хотя кухню я построил, я не знаю, может быть еще нужно одну. Так, у нас с тобой кровь есть в инвентаре, давай посмотрим. Есть, да, 7 капелек я взял с собой. Свиток телепортации 3 штуки у нас есть. И что же нам тогда делать? Ладно, давай сходим с тобой туда. Вообще, по идее, мне надо встретиться со слом. У него тут морковь лежит или нет? Лежит, но почему он не ходит ко мне, а? Вот в чем загвоздка вся. Он ко мне не ходит. На дворе ночь. Пойдем-ка сходим с тобой в лагерь беженцев. Посмотрим, что у них там творится. Если достаточно репутации, мы, по крайней мере, с тобой сможем либо палаточку построить, ну, или еще одну кухню, фиг знает. Кстати, у нас с тобой день торгаша наступил. Ну, вроде бы нам с тобой покупать ничего не стоит. Все, у нас есть ткань, мы купили. Семена, если только. Так, этот рубит, правильно делает. Так, счастье поселенцев всего лишь 2 из 7. Ну, конечно, этого мало. Давай посмотрим, может быть, у них чего-то не хватает. Ё-моё, знаешь, чего у них не хватает? Им не хватает воды. Так, секунду, как там ее уничтожить, да, по-моему? Я ведь ничего не путаю. Чтобы сделать или использовать. Ага, использовать нужно. Все, слушай-ка, но по большому счету я же им сделал колодец. Или они не могут добывать себе? Ладно, давай тогда поможем, наверное. Взять что? Вот, водичку мы им добыли. Так, выкладываем ее. Замечательно. Не знаю, может быть, Алариха покормить кровью, как думаешь? Стоит делать это или не стоит? Так, ну что, воды у них тут дофига. Яблок, в принципе, достаточно. Ягод, все этого больше, чем нужно. Я не знаю, можно там торф ему еще сюда, наверное, оставить. Пускай лежит. Так, где у нас там Аларих? Покормить его кровью надо, наверное. Я закрываю глаза и вижу братьев. Я скучаю по ним, несмотря ни на что. На тебе. Это делает нас такими похожими. Человеческая смерть кормит тебя, меня и червей. На еще. Надеюсь, он сытый. Надеюсь на это. Так, репутация очень медленно растет. На кухне я ничего, ребята, не могу сделать. Хотя, смотри, оно само по себе производится. Ха, пшеница. Мы можем, конечно, попробовать построить им еще, например, один огород. Но, видишь, они сказали, что им нужна кухня. Значит, одной, наверное, мало. Для того, чтобы сделать кухню... Так, это что, типа утро наступило, да? Они радостные выбежали. Смотри, как репутация, ребята, подросла сразу же. Погоди, а, нет свободных мест. Нужна палатка, да? Выходит так. Выходит так, ребята. Я могу, конечно, грядку им замутить, но зачем? Пошли, наверное, мы с тобой все-таки ближе к дому. Для чего? Во-первых, нам нужно дождаться осла. Как только осел прибудет, 100% будет что-то новенькое. Какое-то другое задание у нас. Ну, по-другому и быть не может. Единственное, что он почему-то вот не ходит ко мне. Так, пойдем посмотрим, что у нас там с виноградом. Может быть, уже что-то созрело, и мы можем с тобой собрать. Да, с виноградом всегда была проблема. Всегда. Слушай, что-то есть у нас тут. Вот я вижу здесь. Так, давай-ка мы собирать с тобой будем. Опа.
Вот это вот тоже давай соберем. Но на самом деле маловато. Маловато винограда у нас с тобой уродилось. В основном хмель тут везде. Посадить. Так, посадочки делаем. Тут что-то не хватает. Все вроде бы, да? Так. Ну, давай вот так вот сделаем. Замечательно. Так, вот сюда. Да, не могу пройти. Хм. Давай лучше вот так вот сделаем. А здесь не хватает. Замечательно. Так, и вот сюда еще, да? Нет, подожди. Все. А больше семян у нас с тобой нету. Мы можем, конечно, тут... Да нет, не хватает. А, минимум 4 семечки нужно, а у меня всего лишь 3. Так, это я ему заказал. А чего ему не хватает? Семян? Или что именно? По-моему, ему семян не хватает, да? Так, 8 винограда, всего лишь 8. Это смешно, ребят. Это очень смешно, это мало. Так, кровь оставлю. Жир. Так. Крендельки эти заберу, наверное, да? Полированный мрамор. Или все-таки сходить и купить семена у торгаша, пока день у нас с тобой благополучный. Ладно, пойдем сходим. Пойдем сходим. Все равно нам с тобой делать алкашку надо и ее отправлять в бар, чтобы бар нас, наш, как говорится, снабжал деньгами. А вот, кстати, и ослик. И это, кстати, круто. Пока он подъедет, мы с тобой успеем с торгашом. Так. Переговорить. Ну давай, торговля. Что у тебя здесь? Семена винограда и винограда. Давай все. Все абсолютно свои семена отдавай нам. Так, местечко еще есть? Местечко есть, так, вот. Все, ребята. Инвентарь полностью заполнен. Единственное, что можно, конечно, еще взять вот так вот. В плане не хватает места. Понятно. Места в инвентаре нету. Ну, я думаю, для палаток хватит. У нас с тобой уже куплена шерсть. Ткань, точнее. Этого достаточно. Так, пойдем с тобой быстренько догонять осла. И я надеюсь, что он мне действительно даст какое-то задание. Потому что иначе я не знаю, что делать. Развивать деревню беженцев — это одно дело. Но ведь хочется что-то еще в параллель делать, согласись. Давай, 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 смотритель, быстрее. Лишь бы ослик меня... А, он еще даже не дошел. Так, ну смотрим. В плане, ослик. Не сейчас. Эй. Так, взять записку из... Ага, из ящика, вот. Погоди, а где записка-то? Блин, у нас с тобой опять места нету в инвентаре. Так, чтобы убрать, давай вот это вот уничтожим с тобой. Вот так вот. Вот она записка. Читаем. Слава ослиному народу. Первое. Крысиный вождь не умеет читать, но картинки в твоей книге рецептов ему понравились. Так что он вырвал их из книги и сожрал. Второе. Яблоко оказалось слишком мало, а ослы передрались, много жертв. Но они оценили твои усилия. Таким образом, первая фаза подготовки была признана президиумом УКПОП успешной. Продолжаем. Ты получишь через ящик украденные банковские чеки и ювелирные изделия. Придумай и отправь нам афоризмы о вреде денег, мы вложим их в письма вместо чеков и украшений. Также продумай украшения и отправь нам деньги, они послужат нашему великому делу. Фу. Они же только что заявляли, что деньги — это зло. Но ты прав, деньги — это зло. Поэтому можешь деньги себе оставить. Отправь нам, так, 5 сфер, чтобы поддержать нашу веру в светлое ослиное будущее. Скрестим хвосты.
Если этот их икпуп не заплатит мне за помощь, подложу ослу отравленную морковь. Так, вы открыли новую технологию и получили знания. Создать афоризмы о вреде денег. Можно прочитать, не шедевры, зато написано с душой. Так, новая технология. Повар революции получил достижение. Значит так, ну вот это вот я ему отправлю сразу, сферы, это понятно. Отправить афоризмы о вреде денег. Так, это у нас с тобой что-то новенькое. Где эта технология? Письмо, наверное, да? Хм. Написание книг, может быть? Теология. Так, подожди. Да ё-моё, ну... Отмена. Ага, суперсила веры. Каменный алтарь. Изучаем, конечно же, ребята, изучаем с вами это все. А вот тут уже свет веры еще у нас появился. Это новенькое, ребята. Так, генератор случайного текста. Это у нас, по-моему, уже есть, да? Да, это есть. Смотрим, что у нас еще с тобой есть новенького. Хм. Пока вроде бы ничего больше. Ну что, пойдем сходим. Так, подожди секунду, еще разок. Отправить афоризмы о вреде денег. Это я 100% должен быть где-то на печатной машинке делать все. Другого варианта я пока... Кстати, надо труп-то в холодильник положить. Оу-оу-оу, тут у нас их два. Так. И один вот сюда. Нормуль. А Герри так и молчит. Не хочет со мной разговаривать почему-то, а? Обиделся. Так, создать. Ага, афоризмы о вреде денег. Я могу, ребята, сделать. Давай на всякий случай две штучки. Работать. Так, одну сделали. Две сделали. А у меня инвентарь, как всегда, забит. Непонятно чем. Давай выложим что-нибудь с тобой. Так, крендельки, наверное, вот эти вот выложим. И лук. Ну и чурбаны вот эти вот. Им нужна была одна, по-моему, записка, да? Ну, я на всякий случай сделал две. Слушай, а вот эта штука мне нужна будет или нет? Вот это вот. Крысиный вождь не умеет читать, но картинки в твоей книге рецептов ему понравились. Это понятно. Так, ладно, все, хорош. Мы это уже читали. Давай без этого. Скрестим хвосты, правильно, все, скрестили хвосты. И давай мы ему... Я успел, ребята, отправить. Единственное, что морковки у меня нету. А, нет, есть, есть. Так, он... Он взял или не взял? И кто сказал, что революции не приносят прибыли? Купец с радостью скупил все это барахло. Так, ювелирные изделия мы получили с тобой. И банковские чеки, прикинь. Вопрос. Ну, ювелирные изделия, понятное дело. А зачем мне банковские чеки? Сколько нулей, к сожалению, чеки именные. Так, ну-ка, использовать. Чеки именные, обналичить не получится. На растопку. Зашибись. Молодец. Трындец просто. И чё мне от этого толку? Только на растопку. Ладно, я на всякий случай все-таки их сохраню, мало ли. Куда-нибудь да пригодятся. Так, подожди, где у меня тут? Пускай, как говорится, лежат. Нет, лучше нам с тобой положить их в отдельный ящик. Чтобы все сразу здесь было у нас помещено. Где место-то? Есть хоть где-нибудь? Так, здесь не то. Вот, сюда, например. Записки революции и сразу же, наверное, ювелирные изделия поставим. И свитки. Ну вот как-то так, ребят, надеюсь. Теперь я пойду схожу, хотя нет, надо кимарнуть. И после уже пойдем с тобой в лагерь беженцев. Так, давай отдыхай пока у меня.
осел со своей революцией тут. Кпуп, кпоп. Придумали же всякие названия там для себя, а? Так, я отлично выспался. Я за тебя рад, родной мой. Так. Осла-то нету, не будет идти ко мне? Тут пока все пусто. По идее, уже утро, он должен ко мне тут. Вот он. Почему он пустой или он не пустой? Нет, он пустой вроде бы. Так, получить записку на следующий день после прибытия осла. Ага, на следующий день. То есть сейчас, да, должна быть записка? Угу. Новое задание. Так. Ну что, ребята, давайте смотреть, что он там нам опять прислал. Ослы всех стран, соединяйтесь. Президиуму и КПОП очень понравились твои афоризмы. Мы даже решили объявить их конституцией нашей будущей Всемирной Ослиной Социалистической Республики. Употребив веру, простые ослы были сильно воодушевлены и даже поверили, что все ослы равны. Пришлось напомнить им посредством наших копыт, что некоторые ослы более равны, чем другие. Таким образом, и вторая фаза подготовки была признана ИКПОП успешной. Не останавливаемся. В ящике для контрабанды будут детали для снаряжения боевого осла. Твой долг — собрать и отправить нам боевые подковы и железные единорожьи рога. Также отправь нам волшебную тыкву. Мы подменим роскошную карету, нанятую королевским ветеринаром, на карету-тыкву. В полночь карета станет тыквой, и это скомпрометирует нашего хозяина перед всем двором. Скрестим хвосты. Понятия не имею, как собирать ослиное снаряжение и зачаровывать тыквы. Зато и знает тех, кто это понятие имеет. Крезвальд и Клотта. Значит так, отнесите ей тыкву и попросите зачаровать. Это у Клотта. Писатель революции, я получил достижение. Так, тыква нам нужна, да? И боевые комплекты. А это у Крезвальда. Так, а что же нам тут нужно-то? Ну, тут тыкву, это понятно. Вопрос в том, есть ли у меня тыква. Давай посмотрим, что у нас тут вообще с тобой лежит. Так, я вижу тут пшено, это все не то. Тыква, тыква есть. Я думаю, что нету, да, никакой разницы, какая она. Так, и теперь нам нужно с тобой отправиться на болото. Так, карьер, маяк, дохлая кляча. Маяк, карьер. Как мне, наверное, с карьера будет проще, да, добраться до Клотта. Хотя... Так, где? Вот карьер. А Клотта, блин. Переборщил я маленько, ладно, пойдем с тобой так, пешочком. Клота, естественно, сейчас что-нибудь затребует. 100% тебе говорю. Какие-нибудь ингредиенты или еще что-нибудь в этом роде. Просто так, а тыкву она зачаровывать не будет. Ну, а потом сходим с тобой к Крезвальду. Так, подожди-ка, тут как-то надо по-хитрому. Я же знаю, что здесь есть определенный проход. Клота к этой. Так, здесь мы с тобой обычно... Так, стоп. Ага, вот, вот она, дорожка. Что-то у меня там топор валяется. Интересно. Так, вот она стоит здесь, отлично, давай с ней поговорим. Подожди-ка. Ну ладно, давай вот с этого, наверное, начнем. Клота, ты случайно не знала кого-нибудь из предыдущих хранителей? Дай подумать, мой сладкий. Помню одного, кажется, это был третий. Он был таким милым, таким галантным и умным. А его очки, эх. Он посоветовал мне отличные средства от радикулита и гипертонии. А взамен я подсказала ему способ поднимать мертвецов. Кстати, это не тот ли чувак, который у нас в замке прикованный к стене наручниками-то зомби?
Что-то похоже на него. Так, подожди, а попроси зачаровать тыкву. Ему нужна тыква золотая, друзья мои, золотая тыква. Вот это жесть. Мне теперь придется выращивать еще и золотую тыкву. Так, я понял. Так, золотую тыкву. Блин, это же, ребята, сложно на самом деле. Это, во-первых, нам с тобой нужно найти семена золотой тыквы. Или же как-то улучшить землю. В общем, давай думать. Мы, как говорится, с тобой простых путей не ищем, да? Значит, золотая тыква. А что же... Так, надо будет потом еще к Резвальду отправиться. К кузнецу. Ну, для начала, естественно, будем выращивать тыкву. Пытаться. Надеюсь, у меня есть семена. Так, винограда, хмеля, чечевицы. Так, свекла. О, а у меня есть, ребята, тыква. Слава тебе, Господи, что у нас она есть. Так, это выкладываем. А вот здесь берем. Фух. Слушай, нам везет. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой... Хотя, подожди-ка, мне топор же нужен был, да? Я же вроде бы хожу без топора. Ну да. А этот топорик у нас... А, он сломанный. Поэтому можно... Что-то я не могу понять. А мне даже с ним... Ну, выложим его. Все. Так, ну что же, пойдем опять обратно до Клотта. Так, у нас с тобой день заканчивается. Сейчас будет ночка. Блин, Клотта пойдет спать. Смысл мне сейчас к ней идти? Абсолютно никакого, потому что я ее там не увижу. Слушай, а вот куда мне трупики уже ложить? Я, честно говоря, не знаю. Так, ну пока у нас есть время, я, наверное, схожу все-таки в лагерь беженцев. Хочу посмотреть, как у них там обстоят дела. Возможно, я смогу сейчас что-нибудь там построить. Так, летучие мыши тут как тут уже. Естественно, ночь на дворе. Они проснулись и начинают тут летать. Отвалите от меня. Мне сейчас пока не до вас. Слушай, счастье уже хорошенькое, ребята. Почти 6 единиц. А на палатку нам, по-моему, не хватит, да? На палаточку у нас вроде бы не хватит с тобой счастья. Хотя нет, хватает. Хватает. Ну что? Сюда ее влепим. Да. Пойдем теперь ее построим. Ну давай, 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 делай. Окей. Так, взять глаз у ведьмака. Ну это, не знаю, ребята, сейчас он вряд ли мне отдаст. Пойдем, наверное, покормим вампира. Не жди от них благодарности, довольны и того, что они не швыряют в тебя камни. Я так скучаю по обычной еде, я бы согласился даже на ежедневный сельдерей. Да, я верю тебе. Так, ну что, у нас теперь счастье может подниматься до 8 единиц. Это хорошо. Так, ну что, теперь, я думаю, надо кимарнуть пойти. И что? Идти к Клотту. Да и к Резвальду тоже надо бы как-то сходить, посетить его. Блин. Что-то мы как-то с тобой поспали очень мало. Дай-ка я, наверное, сделаю топорик. Так, для этого нужна палка и слиток стали. Кстати, вот у нас и ведро с тобой есть крови. Я ведро, наверное, возьму. Одно. А вдруг нам куда-нибудь оно пригодится потом, а? Так, эту записку выставляем здесь. Так, давай, наверное, вот это вот все выложим. Мед. Оно все нам не нужно. Семена моркови. Это как бы не приоритет сейчас. Резной мрамор. Бруски. Ну, это все понятно, ребят. Так, зомби, по-моему, перестал делать у нас
виноград. Вроде бы все он там сделал, что смог. Создать. А что тут создавать? Мы можем коробку с товарами только создать с тобой, и все. У нас нет ни кувшинов. Угу. Так, полированный мрамор. Интересно, 10 штук у нас с тобой наберется где-нибудь? Мне кажется, нет. Это камень полированный, а мрамор. Чтобы нам сделать с тобой полированный мрамор. Так, подожди-ка, это что такое у нас? А, сертификат аристократа. Так, давай посмотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать мрамор. Полированный мрамор. Угу. Давай попробуем сделать. И сколько там? По одной штучке, что ли, будем делать? Набор для починки мрамора. Да ну, это какой-то бред, ребята. Раньше мы вроде бы полированный мрамор быстрее и больше делали этого. Че по одной штуке-то делать? Ну смешно же, а. 3. А нужно 10. Так, резной камень, полированный. Так, может быть, здесь как-то по-другому? Мраморная скульптура. Это, по-моему, новенькая, да? У нас такой раньше не было. Или была, я вот не помню, если честно. Но нам, кстати, неспроста с тобой дали вот эту вот новую возможность, да? Новую технологию. Где она у нас там? Где-то мы с тобой ее изучили. Так, вот свет веры, я не могу понять, почему не могу сейчас ее, например, выучить. Чего не хватает? Не хватает нам фиолетовых камней, да? Их 29. А нужно 100. А фиолетовый камень, так, синие духовные познания о нематериальном мире. То есть нам нужно что-то такое, я не знаю, там свитки, что ли, читать. Или что-то в этом роде. Так, ну что мы хотели с тобой? Сходить к Лота. Потому что мы с тобой нашли золотую тыкву. Попробуем ее зачаровать. Потом надо будет сходить к Резвальду. Спросить там, что, во-первых, нужно. Какие материалы. Опять же, это все получить и пойти опять к нему. Так, ладно. Надеюсь, она уже проснулась. Все-таки день уже на дворе, а не то, что утро. Да, лес я... Ну, и, ребят, этот лес я рубил специально, чтобы можно было бы здесь пройти. Тут все было заросшее. Так, а где я? Вот она, елки-палки. Так, попросить зачаровать тыкву. Клота, ты не могла бы зачаровать тыкву, чтобы ее можно было превратить во впечатляющую роскошную карету? Ой, мальчик мой, твоя неопытность в романтических делах так трогательна. Но послушай совета старой леди. Неужели ты и правда думаешь, что можешь впечатлить современную молодую особу обычной каретой? Стоп, Клота, это не я собираюсь. Стоп, Клота, это не для меня, и я не собираюсь никого впечатлить. Мой мальчик, современные женщины хотят вещей, которые гораздо дороже, чем кареты. Какое же ужасное время мы живем, ужасные нравы. Женщины хотят любви, заботы, поддержки, верности. Можешь себе такое представить? Да уж, кошмар, просто закат цивилизации, но если я все же попрошу тебя об этом. Всего 50 серебра. Очевидно, мне следовало с этого вопроса начать. Так, ну что, отдать 50 серебра за зачарование тыквы. Ну, придется, куда я денусь. Ага, волшебная тыква на колесиках. Так, торговать, а что у нее есть, ребята? О, у нее тут дофига чего есть, если честно, смотри. Так, саженец куста, алхимический рецепт. Да, ассортимент такой солидный. Ну что же, сейчас мы с тобой тыкву положим в склад для нашего ослика.
И пойдем с тобой к Кризвальду. Кризвальд, я уже, честно говоря, я не помню, где он находится. А, кузнец Кризвальд, конечно же. Он в деревне, в самом низу. В уголочке там забился. Но он еще тот засранец. Он наверняка что-нибудь потребует у меня сверхнаглое. Или оплату какую-нибудь офигенную, или еще что-нибудь в этом роде. Так, ну что, тыкву выкладываем. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, телепортнемся. Я не хочу туда бежать пешком. Использовать духлое кляча. Так, Кризвальд. Где-то он, по-моему, тут вот внизу должен быть у нас. Если я, конечно, не путаю чего-то. Угу. А, вот он. Вот он, Кризвальд. Так, насчет хранителей кладбища. Кризвальд, ты не мог бы уделить мне время и рассказать о других хранителях? Конечно нет, но поскольку это единственный способ от тебя избавиться. А, так мы с тобой уже читали это, да? Это нас не интересует, нам тогда нужно вот это. Попросить собрать боевые подковы и железные единорожьи рога. Ты не мог бы мне помочь, Кризвальд? Нужно, чтобы ты собрал боевые подковы и железные единорожьи рога. Это Харадрик тебя прислал? Нет, а с чего ты так решил? Да потому что именно он обожает лечить мою ежемесячную глубокую депрессию идиотскими розыгрышами. Нет, это целиком моя инициатива. Это ты собрался лечить мою ежемесячную глубокую депрессию идиотскими розыгрышами? Стой, стой, я другое имел в виду. Это не розыгрыш, а мне и вправду нужны эти подковы и рога. Это тебе обойдется в 25 серебра. И еще столько же за то, что испортил мне мое настроение. Ладно, ладно, согласен, и не горячись. И прими мои извинения. Твою же налево, еще 50. Ну на. Возвращайся завтра. А еще лучше вообще не возвращайся. Вот жучара, а. Так, на следующий день забрать, короче, подковы. И все остальное. Так, ладно, давай-ка мы с тобой, наверное, полетим в милый дом, в мой. Так, посмотрим там. Блин, надо трупаки уже сжигать на самом деле. Друзья мои, их слишком много здесь. Мне уже их ложить, если честно, некуда там. Так что давай-ка. Так, здесь мы с тобой сделаем аутопсию. Ну что, я думаю, кровь, наверное, выкачаем. Потому что кровь нам пригодится. Так, что еще? Да и в принципе все, наверное. Давай забираем тело с тобой. И пойдем его в крематорий поставим. Пускай лежит. Подожди ты, господи. А, я еще не сделал даже. У меня здесь просто наброски, что ли, оказывается, были. Трындец. Я-то думал, что мы с тобой уже сделали все. Конечно, ага. Так, и последнее. Ну что, 4 тела я могу вполне спалить здесь. Так, давай-ка следующего возьмем с тобой. Кровь, где кровь? А у этого даже крови нет, а прикинь? Я могу ему вставить. Так, ладно, это значит получается у нас не свежий чувак. Забираем тогда тело. И выходим. Ложим его, естественно, тоже сюда. Будем сжигать. Нет, можно, конечно, их похоронить, если честно. Так, забираем это тело. Посмотрим, что с ним. Да ну. Да быть такого не может. Чтобы они все были без крови. Здоровски. Это специально, что ли, так сделано? Обезвоженные, так сказать, трупаки. Ладно, пускай будет там лежать. Так, следующий, кто у нас тут? Вот тут, в принципе, еще есть кого забирать. Ну-ка глянем, что у нас тут. Вот здесь кровь есть. Извлекаем. А на тех почему-то не было. Ну что, забираем и пошли его туда, на печку. Так, у нас с тобой как раз уже ночка на дворе. Нам нужно будет следующего дня дождаться. А я пока здесь
Все это дело запалю. Утром придем. Все, что осталось, заберем. Ну что, спать? Как раз мы с тобой подустали маленько. Сейчас будем, как эти младенцы, храпеть. И нужно будет еще, кстати... Так, что у нас тут? Блин, топор. А, не хватает ресурсов. Ну да. Не хватает ресурсов. Я про них совсем забыл. Так, давай спать. Сразу сходим к Ризвальду. И потом, наверное, с тобой телепортнемся в лагерь беженцев, да? Посмотрим, что там у нас вообще происходит. Сколько там счастья накопилось и того подобного. Так, мы отлично выспались. Так, местечко у нас с тобой есть? Есть. Так, еще пока ночь на дворе. Что я могу сделать? С этим мрамором хожу. Зачем он мне нужен? Давай его оставим здесь на месте. Все равно он пока нам не нужен. Так. Сюда, наверное, его положим. Палочки эти. Гвозди. Виноград, конечно, можно было бы сейчас в нашем этом... погребе подавить на сок виноградный, согласись. Но опять же, пока не это в приоритетах. А совсем с тобой другое. Пока мы сейчас дойдем с тобой до Кризвальда, заберем подковы. Все это, естественно, оставим в почтовом ящике для осла. Ну и потом, да, потом уже надо будет идти к беженцам посмотреть. Там палаточку, наверное, еще одну замутить надо будет. А может быть, нет, свободное место. Нам, наверное, скорее всего, нужно будет жителей призвать. И посмотреть, что там у нас по запасам еды, воды, как у них там все это дело. Как нам объяснили, нельзя, чтобы оно все заканчивалось. Блин, смотри, сколько капусты здесь растет, а? Так, Кризвальд, по-моему, он где-то здесь. Ага, он уже вон, стоит, работает. Ну что, парнишка, будь добр. Подковы и рога готовы? Готовы, гляди, первоклассная работа. Впрочем, как обычно. Так, боевые подковы, это все мы с тобой получили. И что, это все? Все, остальные детали были совершенно точно запасными. Так что я приспособил их у себя на хате. Какие-то проблемы? Нет. Тогда забирай свой мусор и иди отсюда. Мне срочно надо нажраться в стельку. Нажраться ему в стельку. Так, ну что, давай быстренько с тобой телепортируемся в мой дом. Выложим это в ящик все. Так, отлично. Ну и теперь я хотел отправиться... Блин. Телепорт пока не работает. Да, в принципе, можно и пешком дойти, тут недалеко все равно. Погнали. Эх, зомби ходят здесь, наяривают. Не, ну вот эта вот задумка, конечно, была хороша. Вот единственное, что я думал, что они все-таки сделают зомби, которые будут и рыбу ловить. Но почему-то они этого не стали делать. И жаль, так было бы прикольно. Поставил зомби, дал ему там кучу наживки. И пускай он там ее рыбачит, ловит рыбу эту. Так, ну что же, вот лагерь беженцев. Репутация 4,9. Так, я думаю, что... Ну-ка. Да, новый беженец. Вызываем, да, с тобой? Вызываем. Так, и вот думаю, грядку что ли им влепить? Ладно, давай еще одну грядку им сделаем. Ой-ой-ой. Подожди, я хоть правильно сделал там? Правильно я ее там поставил? По-моему, неправильно. Нет, все нормально вроде бы. Так, давай делать. Отлично. Так, создать. Что мы тут ему? Давай капуста, наверное. Пускай. Так, капусты. И все, что ли? Ну да. Опа.
Так. Вижу, что не зря доверился вам, друг мой. Вы обеспечили нас едой, водой, местом для жилья. Да, я помню, что вы делаете это за вознаграждение, но это не делает ваши усилия менее достойными. Но делать за деньги что-то хорошее всегда лучше, чем делать то же самое. Это делать, чем делать что-то плохое. Определенно, и я намерен дать вам часть обещанной награды прямо сейчас, включая вот этот артефакт «Глаз Ведьмака». Оу, мы с тобой получили «Глаз Ведьмака». Уверен, он будет вам полезен, а пока что новых задач для вас у меня нет. Ясно, и что вы собираетесь сделать? Мы решили обратиться напрямую к королю, это наш последний шанс на милование. Мой кузен пойдет к нему в день свадьбы принца, королю будет трудно отказать в такой праздник. Тогда желаю вам удачи и скорейшего возвращения домой. Благодарю, хоть я и утратил свой настоящий дом давным-давно. Так, получено достижение лагерь. Так, теперь нам нужно с тобой этот артефакт отдать вот сюда. Не жди от них благодарности, довольны того, что они не швыряют в тебя камни. Так, дать кровь ему. Интересно, кому принадлежала эта кровь? Надеюсь, он придерживался здорового образа жизни. Так, подожди, это все понятно. Принесите ему кровь. Подожди, но ведь... Глаз ведьмака позволяет видеть события из прошлого. Капризный работает только если сам захочет. Так, ладно. Давай-ка я, наверное, телепортнусь домой. Надеюсь, осел оставил мне там записку, потому что я все поручения для него сделал. Записки никакой нету. А трупец он выбросил? Трупака тоже нету. Так, тут у нас все сгорело же. Угу, выкладываем. Так, похоронный сертификат тоже выложим. Хотя похоронный сертификат можно было бы взять с собой. Так, давай смотреть, что у нас там по заданиям. Так, технологии, персонажи. Вот, имея глаз ведьмака, осмотреть территорию по правую руку от водопада. Так, тебе нужно вернуться домой к любимой. Создать излучатель души, чтобы включить портал. Так, имея глаз ведьмака, смотрите территорию по праву. От водопада. Какого водопада, блин? Осмотреть территорию по правую руку от водопада. Так, получить записку на следующий день. Это понятно. Так, принесите ему кровь, это я делаю. Так, повар, построить кухню. Так ведь построил же кухню, и что еще-то надо? Короче, какой-то водопад. Ребята, а что... Так, смотрим, водопад у нас где с вами? Хм, пляж, утес, карьер. Ну где-то вот здесь он должен быть, по правую руку от водопада, имея глаз ведьмака. Ладно, полетели в лагерь беженцев, блин. Интересно мне знать, как-то у нас тут будет все это. Лагерь беженцев. Кстати, сколько у нас там репутации-то? 0,49. Кстати, я хотел посмотреть, что у них там с едой. Так, отойдите, пожалуйста. Дайте-ка мне глянуть. Питья всего у них пока хватает. Дамочка, можно с тобой поговорить? Мне буквально обрезали крылья. Всего 12 видов специй. Это же невыносимо. Твоя кухня готова. О, спасибо, спасибо огромное, но... Но? Эта кухня, она так сильно отличается от моей роскошной кухни в моем бывшем элитном ресторане. Может быть, ты будешь настолько мил, что... Хорошо, я ее улучшу.
ты сможешь готовить более эффективно и с большим удовольствием. А, вот оно что, ребята. Улучшить теперь кухню надо. Хм. Ну-ка, пойдем глянем, что для этого надо сделать. Так, кухонный стол 2. Йо, просто-то нифига им тут нужно будет. Так, счастье, обалдеть, сколько, 8 нужно. Гвозди и бруски, но это все потом. Вначале пускай копится у нас. Хотя сколько уже репутации? Что-то шкала полностью, а всего лишь 0,49 показывает. Блин, ночь наступает, я не знаю. Это как-то повлияет на то, что я пойду сейчас искать этот водопад по правую руку. Ну, во-первых, нужно еще понять, где он. Но здесь нету и водопада явно. Так, где же он тогда, а? Я ведь помню, где-то он должен быть, водопад. Ну а где? Блин, песок еще ко мне тут прицепился. Вот. Так, а мне нужно по правую руку, да, сказали? Это по левую получается. Хотя, опять же, как посмотреть? Блин, да ладно, иди сюда, песок. И надеюсь, это никак не повлияет, что день или ночь сейчас. Кстати, вот эти фонари, друзья мои, вы помните, я их сам выставлял, строил в этих лесах, чтобы было как-то светло. Давай попробуем тогда с этой стороны подойти к водопаду. Я здесь... Ага. Спуститься не могу, блин. Да ё-моё, ну что за это? Придется вот этот лес обходить весь. Я вообще надеюсь, что это тот водопад, который мне нужен. Что мы там должны увидеть, я не пойму. Так, осел, задание выполнено. Взять записку из ящика для контрабанды. Окей, возьмем, но чуть-чуть попозже. Сейчас я немножко другим занят. Так, погоди, ага. А, все, я не туда пошел опять. Надо вот здесь вот, да? Хм, кажется, это то самое место. Они были здесь, молодой звездочет и четвертый хранитель. Глаз ведьмака дрожит. Странно, почему? Я все время думаю о единорогах. Ух ты. Осмотреть. Осмотреть, что это такое, ребят? И что это? Хранитель пытался поймать мотылька? Как же я его понимаю? А поймал здоровенного шершня. Оу. Так, видимо, ненужное, да, видение? Тут у нас что? Здесь они играли в кости. Хранитель жульничал, и звездочет остался без рубашки, без штанов, без нижнего белья. Угу. А тут что? Тут они развели костер и жарили рыбу. Забавно, никогда не думал, что здесь водится ядовитая рыба. Так, и последний. А здесь хранитель готовил коктейль, смешивая 4 крепких алкогольных напитка в одной фляге. О боже, последняя появилась. Ну-ка. Здесь хранители звездочет пили свою адскую смесь наспор. А, нет, смотри-ка, у нас дальше идет куда-то все ниже, ниже, ниже. Здесь они стояли в обнимку и пели серенады. Куда это мне все ведет-то, это? Следы какие-то куда-то ведут. Здесь звездочета вырвало дважды, ух. А вот это что такое? Вот здесь, наверное, что-то будет. Здесь хранитель выронил флягу, потом упал сам и... Стоп. Что случилось?
Вот, здесь на них напали четверо вампиров, и магия превратила их в челюсти. И бинго, одна из этих челюстей все еще в земле. Ага, копаем, да? Копаем. Похоже, это все. Черт, в голову так и лезут какие-то обнаженные брюнетки на единороге. Думаю, Клота могла бы расколдовать эту челюсть для меня. Так, а у нас места с тобой, да, как всегда, в инвентаре нету? Блин, ладно, потому что песка дофига набрали с тобой. Все. Значит так, нам надо будет с этими челюстями подойти потом к Клота. Так, я уничтожу этот песок, нафиг он нам тут не нужен. Окей. Значит, на ближайшее время есть задание, да, сходить к Клота. Расколдовать эти челюсти. Так, а что мы сейчас с тобой будем делать, я пока ума не приложу. Можно, в принципе, пойти винишко сделать. Ну, хотя бы брагу поставить или еще что-нибудь в этом роде. Давай посмотрим, что мы можем с тобой здесь замутить. Так, у нас с тобой не хватает водички. Так, ну-ка. Что, даже на простейшее не хватает? Трындец. А ну-ка. Ведро. Ну давай давить. Создавать. Сколько сможем, да? Да тут слишком много-то не получится. Еще, по-моему, одну ведерочку мы сделаем с тобой и все. Так. Масло из семян, это все понятно. Так, и что же теперь? Ну-ка, попробуем. Да нифига, да? Обычно я только могу сделать. Пускай делается. Так, а здесь? То же самое. А здесь нужна вода. Здесь нужна вода. Пойдем-ка мы, наверное, с тобой наберем воды и сделаем хорошие медовухи. Так, крепкий алкоголь. Вот так вот. Пускай делается. Так, нужно много воды, да? Кстати, пойдем-ка мы лучше с тобой не воду тут бомбить, а Клота навестим. Блин, у нас с тобой еще день молитвы. Пойдем-ка молитву сделаем вначале. Потом пойдем до Клота сходим. Потому что вера нам нужна, а за счет нее мы с тобой много чего изучаем. Так, исповедь. Давай делать. Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Да, да, хорошо, великолепно. А сейчас давайте помолимся о благословении. И вот так вот все это дело происходит. Все, ребята, ох, сколько веры надавали. Не забывайте про пожертвования. Да, это была хорошая проповедь. Так, ну что, по полтора серебряника бросают нам. Пойдем с тобой заберем это все дело. Все, и теперь прямиком бежим к Клоту. Челюсти. А что нам эти челюсти дадут? Что мы узнаем? Это один из вампиров, да, я так понимаю? Один из старейших вампиров потерял эти челюсти. Зачем нам их расколдовывать, я не могу понять. И мне кажется, Клота сейчас скажет, принеси мне какие-нибудь ингредиенты. Ну-ка. Расколдовать. Ага, попросите расколдовать челюсть. Задание выполнено. Клота, у меня есть челюсть, и мне нужно превратить ее в вампира. Почему бы и нет? Ну-ка, открой рот пошире. Нет, я имел в виду чужую челюсть. Это заколдованный вампир, и мне надо превратить его обратно. А, так это легко. Дай посмотрю. Хм, как интересно. У челюсти такая яркая аура. Боюсь, мой мальчик, мне не под силу развеять настолько могущественную магию.
Ну вот, а я так на тебя надеялся, и нет никакой возможности проникнуть в память этой штуки. Хм, ты, конечно, можешь кое-что попробовать. Настройку памяти. Отлично, буду тебе очень признателен. Должна предупредить тебя, один из твоих предшественников, третий хранитель, использовал эту настойку несколько раз. Он сказал, она ужасно нестабильна, ненадежна, с множеством побочных эффектов. Если она может сработать, я все же попробую. Кстати, для ее приготовления тебе понадобится порошок памяти. Вот, возьми немного. Если понадобится еще, заходи. Все равно его срок годности закончится 20 лет назад. Ах, да, еще кое-что. Если вдруг встретишь ту милую особу, что купила у меня рецепт эмульсии смерти, пожалуйста, скажи ей, она забыла сдачу. Да, конечно, спасибо, Клота. Какую еще эмульсию смерти? Это кто это тут у нее покупал? Так, порошок памяти. Я возьму на всякий случай один. Мало ли нам пригодится. Так, и что мне сделать теперь нужно, я не понял. Рецепт настойки памяти. Теперь вы можете варить настойку памяти. 1% алкоголя и 99% пузырьков. Использовать. Так, создать настойку памяти. Неустойчивая, ненадежная, невыносимая. Распылить ее в оба глаза. Вы открыли новую технологию и получили знания. Так, технология новая, да? И где? Хм. Так, настойка памяти. Полетели, короче, до хаты. Теперь, блин, вот как вот мне теперь эту настойку сделать? Вот объясни мне. Ну, какие нужны, я имею в виду, ингредиенты для нее? Так, подожди-ка, у нас там что-нибудь осталось, нет? Ага, ослик там оставил нам. Где там новое задание? Так, мы это почитаем чуть-чуть попозже. Настоечка. Так, специи, усилитель роста, черная краска. Блин. Так, давай посмотрим. Так, приготовьте использовать настойку памяти на челюсти вампира. Улучшить кухню, это все понятно. Так, приносить им кровь, это все ясно. Вопрос. Как мне сделать настойку? Создать. Хм. Так, у меня с тобой порошок памяти есть. Порошок памяти. Так, это эликсир ярости. Ага, вот. Значит так, нам нужен с тобой серебряный порошок и золотой порошок. Так, создается на зомби-столе. Серебряный порошок. Алхимическая мельница. Так, алхимическая мельница. Блин, серебряный порошок, золотой. Разве у меня нету этого всего дела? Ну-ка, давай посмотрим. Так, электрический порошок есть. Секунду, подожди. Немножко я в ступоре. Создать. Золотой порошок. Из чего ты делаешь? Может быть, вот из этого? Нет, это получается красный. Да блин. Так, а ты что у меня там стоишь? Исследовать. Что мы с тобой можем тут еще изучить? А? Давай посмотрим. Исследовательский стол.
разложили, да? Теперь мы можем с тобой что-то исследовать. Что мы с тобой? Ну, вот, например, семена. И все, да? Создать чистая бумага. Чистая бумага. История книга. Да это все не то. В данный момент мне вообще нужно не это, а... Вот, порошок памяти есть. Серебряный порошок, я не могу понять. Ну, логично, он должен делаться из серебра. Да, а это, по идее, из золота. Ну, как бы по логике вещей. То есть, пойду я посмотрю, у нас где-нибудь серебро. Так, это соль. В общем, золотой слиток нужно найти и серебряный. Или слиток, или самородок. Тут одно из двух. Что, тут уже все сготовилось, что ли? Ладно, опять же, пока мне не до этого. Так, глянем. Серебро. Серебряный самородок. Так, давай мы, наверное, с тобой... Что тут выложить-то? Семена пока выложим, это все... Выложим так. Фарфоровый кувшин. Нафига мне столько кувшинов-то фарфоровых, а? Так, это серебряный самородок. А вот насчет золотого-то я, честно говоря, не особо уверен. Есть ли он у меня? Так, это электрический порошок. Ну-ка, в этом ящике у нас что? Мне точно нужен самородок или же все-таки слиток золотой, ой, серебряный. Чтобы сделать нам слиток, давай посмотрим, что нам надо. Слиток серебра. Так, не хватает дров в этой печке, а в этой? А в этой хватает. Например, я сделаю один. На всякий случай, ребята, я не знаю. Посмотрим, конечно, может быть, и самородка будет достаточно. Давай, ты тоже иди сюда. Я не уверен, но надо попытаться. Так, где у нас? Вот здесь вот создается, по-моему, да? Так, это ручная мешалка. А это у нас алхимическая мешалка. Ну и что это я сделаю? Блин, это зеленый порошок. Хм. Так, лук. Что я сделаю? Токсичный порошок. Блин, вот хоть ты убей. Так, создается на зомби-стол для... Так, для зомби-стол химических ингредиентов. Алхимическая мельница. Вот здесь он делается. Но я не... Видишь, нам с тобой не нужно. Хотя, если мы... Подожди-ка. Серебро, давай исследовать. Ага. Я же говорю, елки-палки, надо было просто исследовать. Все, отлично, друзья мои. Создаем с вами... Серебряный порошок. Твою же налево, сколько много. Но это еще не все. Я бы даже сказал, только начало. Потому что нам нужно теперь заработать с тобой золотой самородок. Так, а давай-ка мы, наверное, вот это все выложим. Золотой самородок мне нужен. А с этим у нас проблема. Причем огромная. Потому что золотой самородок... Последний раз я его добывал на своей шахте с великим-великим трудом. Может быть, где-нибудь здесь, конечно, и завалялся. Сейчас я выложу вот это вот все. Так, у нас с тобой обсидиан. Так, ведро винограда. Мне кажется, здесь нету. Так, веру заберем. Свиток телепортации выложим пока.
Бесконечная тетрадь. Да, ребята, придется нам, наверное, с вами лететь. Лететь. Подожди, я выложу, наверное, серебро, потому что оно мне в данный момент вообще не нужно пока. Пускай лежит здесь. Неужели у меня нет ни одного золотого самородка? Так, ну-ка давай посмотрим. Золото, золото. Везде я только серебро вижу, ребят. Есть сера, есть железная руда. А, нету. То есть придется лететь. Так, это у нас карьер. Полетели. Блин, шанс добыть его, конечно, здесь трындец какой минимальный. Видишь, там везде серебро у нас лежит. Так, эти что-то ничего не добывают. Дай бог еще вспомнить, где он добывается. Где же он добывается у нас, а? По-моему, здесь. Могу ошибаться. Ладно. Попробуем добыть. Ты видишь, да, сколько у меня тут всего этих залежей. Естественно, ребята, я их никуда не могу. Трындец, еще и кирка сломалась. А кирка сломалась, ну-ка, я могу сделать себе новую. Слиток стали, короче, понятно, началось. Нужно то, все, пятое, десятое, слиток стали. Ладно, полетели, короче, в милый дом. В наш. Чтобы сделать кирку. Хорошую кирку, да? Нам нужно с тобой слиток стали. Чтобы сделать слиток стали, нам потребуется следующее. Графит. Вот сиди теперь и думай, вспоминай, где же у нас графит. Я ведь где-то видел его. Причем где-то недалеко. Где-то я его видал. Эту кирку, блин, можно уже ломать ее, использовать, выкинуть ее куда-нибудь. Помнишь, где-то мы с тобой бегали, и там была такая гора. Ну, вот как бы, вот, типа такой горы, и на ней был такой небольшой залеж графита. А, может быть, это даже там, где у нас инквизиция. Может быть. Ладно, ребята, как найду, сразу продолжим. Так, ну что, ребята, продолжаем с вами добывать золото. Золотой слиток мне нужен. Точнее, самородок. И вот шанс на его получение, это, конечно, трындец. Так, нам, по-моему, надо будет сейчас кемарить идти. Потому что энергия закончилась. Благо, у нас с тобой здесь есть домик. Ветхий такой, но кемарнуть все-таки тут можно. Так, отдохнем, выспимся и пойдем дальше продолжать добывать золотой самородок. Очень тяжело его добыть. Он редкий, редкий, ребят. Ну, а что поделаешь? Кому сейчас легко? После этого мы с тобой его изучим и сделаем золотой порошок. Ну все, давай, хорош. Спать уже, как говорится, Соня за Соня. Я так, ребята, не нашел графит, я просто сделал облегченную кирку. Так, все это растолкаем, чтобы не мешалось. Поехали. Шансы, конечно, маловаты. Да, и долго придется. Ладно, ребят, как добудем, сразу продолжим. Есть, золотой самородок выпал мне. Ну что, летим тогда обратно домой, милый дом. И пошли его изучать. Изучаем, короче, после этого делаем золотой порошок. Так, что мы там с тобой, семена свеклы какой-то. Так, вот он, исследовать.
Замечательно. Так, а теперь делаем с тобой тот самый золотой порошок. Сделали. Так, после этого нам нужно... По-моему, здесь, да, у нас создается. Ну-ка. Настойка памяти. Теперь я должен эту настойку применить на эти челюсти, так? Использовать. И теперь распылите это в оба глаза. Боже! В свои. А, мои глаза. Это даже хуже, чем чеснок. Пастуха. А... Никакого результата. Ладно, Клота ведь меня предупредила. Попробую еще раз. Проклятая настойка. В плане. Еще раз. Ну, надеюсь, на этот раз-то сработает. Использовать. Ну? А, опять ничего. Да блин, ты серьезно? Так, сейчас у меня закончатся тут все ингредиенты. Вот это будет хохма. Так, давай. Блин, надеюсь, последний раз. Угу. А, опять ничего. Или, ой, что это? Тихо. Вы опоздали. Преподать вам еще один урок уважения, жалкие черви. Это не наша вина, госпожа. В последнее время город стал еще менее дружелюбен к вампирам, чем раньше. Орден охотников на нежить патрулирует улицы с сетями для летучих мышей. Точно, скажите спасибо, что нам вообще удалось сюда добраться. Бесполезные ничтожества, бесконечные глупые оправдания. Это все, что я от вас слышу. Вы хоть что-то вытянули из священника? Мы стараемся, госпожа, честно, но этот Аллахир, его ничем не промешь. Боль, холод, голод, жажда, ничто не работает. Так используйте жажду крови безмозглой тупицы. Вы имеете в виду, чтобы мы обратили его? Но это же страшный грех, это... Будет сделано, госпожа. Вот даже как. Таинственная женщина получила достижение. О, мои глаза, как будто целый час на солнце смотрел. Ну, хоть узнал что-то новое. Нужно собрать побольше информации об этой женщине. Они упомянули орден охотников на нежить. Может, пастух знает о ней. И, конечно, Ларих может что-то вспомнить. Так, значит, нам спросить о таинственной женщине у пастуха. Ага. Так, давай-ка мы с тобой выложим, наверное, тут. Что у нас? Порошок. Так, палочку заберу. И вот это вот. Так, эликсир исцеления забираем с тобой и выкладываем. Порошок памяти. Все. Так. Значит, идти к пастуху. Идти к пастуху. Ну, зачем нам идти, когда мы можем с тобой... полететь туда. Дохлая кляча. Надеюсь... Ага, день на улице. Так, вопрос. Где пастух? Так, здорово, бро. Я у тебя скуплю, пожалуй, все семена. Ты не против, надеюсь, будешь? Так. Все. Так, пастух, пастух, пастух. Где же он у нас по карте? Это надо смотреть. Подожди, это не то. Деревня. Так, пастух. Фиг его знает, где он тут, этот пастух, живет. Так, это у нас дорога в город. Это она не то. Это Кресвальд здесь, как всегда, у нас. Не, я серьезно не помню, где у нас пастух находится. Это пчеловод, да, по-моему?
Вообще не хочется с тобой разговаривать. Так, а ты кто? Просто так стоишь здесь? Это у нас коровница, да? Так, подожди, а вот это что такое? А здесь была длинная очередь. Кори, Адам, Мельник, купец и еще 5 человек. Все элегантно одеты, с цветами и подарками. Да, они сватаются к Розе. Появляется пастух, расталкивает всех, хватает Розу на руки, целует ее прямо в губы и уносит. Слушай, это случайно не она? Вдруг она чем-то тут... Нет, ребята. Пастух. Пастух сватается к Розе. Так, а ты что-нибудь знаешь? Чего ты не знаешь? Блин, ребят, я... Сейчас ночь наступит, блин, они все уйдут. Ну и чё, и где? Опа, подожди-ка. Тут у нас тоже что-то есть. Ну-ка, давай посмотрим. Да, блин, подожди, какой сбор мне... Вот. В самом центре пчеловод устанавливает манекен, изображающий Адама с мишенями на руках и ногах. Пчеловод бьет в гонг, ничего не происходит. Пчеловод уносит манекен и приводит Дига, также с мишенями на руках, ногах, облизывающую медовую палочку. Так, мы теперь будем вот эти вот всякие видения с тобой смотреть. Блин, ну это неинтересно, ребята. Мне нужно узнать, где пастух. Где он? Пастух. Выглядит слегка свирепым. Так это понятно, что он выглядит слегка свирепым. Где он находится? Вот какой меня вопрос интересует. Где находится пастух? Это у нас гончар. Так, давай посмотрим, что у нас тут покажут. Адам расставляет несколько очень красивых ваз перед купцом. Купец внимательно осматривает каждую, хмурится, качает головой и удаляется. Нижняя губа Адама дрожит. Он вбегает в дом и скоро возвращается с маленькой куклой, изображающей купца. Он достает бутылку и начинает отчаянно тыкать ей... А, он достает булавку и начинает отчаянно тыкать ей в куклу. Какие-то проклятия тут происходят. Я вроде бы здесь все обошел, а этого так и не увидел. Пастуха. Это понятно, это кузнец, это все не то. Его нету. Понимаешь, его нету. Тут уже начала ходить стража. То есть все, мне его не увидеть в данный момент, потому что уже ночь наступила, все уже поуходили по домам. Тогда я, наверное, тоже отправлюсь домой кемарить. А уже в следующей серии, надеюсь, мы с тобой все-таки найдем пастуха, спросим у него про эту таинственную женщину. Так, тихо, опять какие-то видения тут у нас. Что на этот раз? Трес дремлет возле костра, окруженный десятками бумажных кроликов. Хм, а ведь это было недавно, а Трес уже старый. Кори и какой-то мужик, похожий на лекаря, стоят в отдалении и смотрят на Треса. Доктор уходит, Кори вдруг бросается к Тресу, хватает кроликов в охапку и швыряет в костер. Трес просыпается, кричит и пытается вытаскивать кроликов из огня, будто не чувствуя боли от ожогов. Что за ужасы тут творятся вообще? Так, ну это у нас дровосек, это все не то. Ха! Так, ну и что у тебя есть? Кукол, да ничего у тебя нету. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Здесь стояли лорд-командор и несколько солдат из Северной Цитадели. Лорд зачитывает приговор, и они кого-то вешают. Йорика,
Вот как он умер. Какого черта? Нет же, они вешают двух Юриков. У Юрика был брат-близнец? Ничего себе. Это новости. Юрика они все-таки повесили, да? Что у нас тут? Здесь разложены десятки мечей, горы всевозможной военной амуниции, кукол и змей яростно торгуются. Вдруг прибегает толпа цыган, вооруженных ножами, кукол улепетывает. Змей и цыганский барон пожимают руки, змей забирает часть обмундирования, цыгане уносят остальное. Ага. То есть мы как бы с тобой видим всю подноготную, всю правду, да? Что вообще здесь происходило? Ну, предположим. Все, больше никаких видений не найду. Похоже, нет. В общем, наша цель остается неизменной, да? Нам нужно с тобой будет найти пастуха. Это раз. Во-вторых, так, где у нас тут? Пастуха найти, надо будет спросить о таинственной женщине. Спросить, кстати, у мастера Алариха тоже можно спросить. Вот оно что. Ладно, ребята, я думаю, этим займемся уже в следующей серии. Поехали, короче, домой, в люленьку. Ну и будем закругляться. Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Я отлично выспался. Так, а это у нас кто такой? Мне говорили, что хранитель кладбища незаурядный человек. Но никто не предупредил меня, что он еще и привлекательный мужчина. А твоя борода, она такая длинная, такая манящая. Хочется прикоснуться к ней, погрузиться в нее пальцы. Ну и спасибо, довольно непривычно слышать что-то подобное от инквизитора. Ты удивлен, что красивая и умная женщина может быть инквизитором? Да, мой дорогой, не все женщины-инквизиторы одинокие и озлобленные старые курицы. Ее голос будто гипнотизирует, а ее взгляд, он... Я буквально чувствую себя голым, жуть. Вы не сообщите мне ваше имя и цель вашего визита, мадам? О, обожаю прямолинейных мужчин. Леди Беатрис, я кое-кого ищу. Кое-кого? Кто... Что за гадкий запах? Трупы? Пожалуйста, перестаньте. Эта штука пахнет просто невыносимо. Что? Это революционный, уникальный в своем роде освежитель воздуха. Неужели запах трупов тебе приятнее? Точно, от него у меня хотя бы глаза не слезятся. Я очень разочарована. Я рассчитывала на гораздо более приятную встречу. Возможно, даже с продолжением. Ну, извините. Так вы не сказали, кого вы ищете? Еретиков, приговоренных к костру. Они сбежали из тюрьмы и покинули город. Им помог старый инквизитор, предавший веру и Бога. С радостью бы помог, но ничего об этом не знаю. Не волнуйся, мой дорогой, ты уже помог. Так, что он там делает? Эй, что это еще такое? Я пахну странно. Сушеные гвоздики и лилии прекрасно сочетаются с ароматом гниющего трупа. Так, спросите о леди Беатрис. Вот так, ребята, я киморнул. Нет, теперь я уж точно киморну и буду заканчивать серию, потому что начинается самое интересное по ходу дела. Так что всем пока и до скорого.